На уборку всем миром. Сквер рядом с храмом Кирилла и Мефодия с каждым днем преображается все больше. И жители решили не оставаться в стороне. Александр Зубов вспоминает, как грязно здесь было еще недавно. И рад, что может собственноручно сделать жизнь в своем районе более комфортной. Часть вот таких грязных работ жители решили взять на себя и помочь сделать это место еще более красивым. Огромный овраг рядом с храмом Кирилла и Мефодия давно уже стал свалкой. Сегодня около 20 жителей с поддержкой администрации промышленного района с граблями и лопатами в руках очищают его от мусора. Они убирают сухие деревья, металлолом, старые ободранные матрасы. Их облюбовали шумные компании. Жители хотели и вышли на этот экологический субботник. И здесь очень большой объем мусора находится. Привести в надлежащее состояние, чтобы как бы общая территория была в чистом, достойном состоянии. Весь мусор, который жители выносят из оврага, будут увозить на грузовиках подрядной организации. Объем работы большой, поэтому на уборку планируют выйти и завтра. Никита Борисов, Григорий Плешаков, События.